Сегодня утром Думская комиссия по ЖКХ и транспорту провела выездное заседание. Депутаты посетили здание 8-й школы, которая сейчас находится на капитальном ремонте. Народные избранники оценили темпы и качество выполняемых работ и поделились впечатлением от увиденного. Репортаж Вячеслава Глушко. Решение проводить выездные заседания городской думы было принято народными избранниками в январе месяце, когда вопросов по ремонтам детского сада «Сказка» 8-й школы возникало много, а ответы, которые были, носили открытый характер. Сегодня народные избранники продолжают следить за ходом работ на этих объектах. В 8-й школе депутаты обошли все этажи, осмотрели классы и сделали первые выводы от увиденного. Очень сложно определить, есть подвижки какие-то или нет подвижки в работе на данном объекте. Я почему говорю, что визуально? Потому что мы здесь бываем раз в месяц, и, на мой взгляд, здесь вот работы как бы особо и не видно, что проделано за этот период. Из того, что увидели мы в 8-й школе после февраля месяца, это присутствие рабочих, которые засыпают пол керамзитом и заканчивают выравнивание стен. Также видно, что уже закуплена система вентиляции, а классы подготовлены для ремонтных работ. Но, как правильно отметил председатель Думы Николай Пивоваров, сейчас о сделанных рабочими объемах судить сложно, так как у депутатов нет графика выполнения этих работ. Ну, я надеюсь, что все-таки в ближайшее время мы это получим график, чтобы уже как бы с точностью профессионально отслеживать объемы выполненных работ для того, чтобы все-таки быть уверены в том, что к 15 августа, как было заявлено администрации города Лабытнанги, этот объект будет сдан. Все вопросы, которые возникли в ходе поездки, депутаты планируют поднять на ближайшем заседании Думы. Ну и, конечно, в дальнейшем продолжать контроль за работами на этих важных для муниципалитета объектах. Мы ежемесячно будем отслеживать это хозяйство, как ведется этот ремонт, и посредством рабочих поездок на данный объект, и на заседание городской думы. Вячеслав Галушко, Николай Нарватов, программа «Время местное».